состоялись матчи очередного тура женской баскетбольной Евролиги. Оренбургская «Надежда» играла в Испании с «Авенидой». Испанский баскетбол в представлении не нуждается. «Авенида» – опытнейший турнирный боец, многократный чемпион страны. В 2009 году в финале Евролиги испанки уступили подмосковной «Спарте», а два года спустя, также в финале, взяли реванш. И в этом сезоне клуб из «Соломанки» выглядит мощно. Подтверждением тому уверенная победа во втором туре над УГМК. Однако «Надежде» необходимо было поправлять турнирное положение. И на матч желто-бордовые вышли отмобилизованными. После практически равной первой четверти хозяйки немного добавили во второй и ушли на большой перерыв, ведя плюс 6. В третьем периоде подопечные Марша Ковачика выстроили бетонную оборону, позволив испанкам набрать всего 5 очков против своих 10. Но в заключительном игровом отрезке «Авенида» развернулась во всю мощь и смяла защитные порядки «Надежды» 22-9. Общий счет 67-58. В таблице группы «Б» «Надежда» занимает 7-ю строчку. Следующий матч уже завтра и легче не будет в Екатеринбурге с УГМК. Хоккеисты Южного Урала на экранах в белой форме проводят выездное турне чемпионата высшей лиги. Два матча в Казахстане прошли как под копирку. В Усть-Каменогорске с «Торпедо» и в Караганде с «Сыроаркой». По броскам 36-29 и 38-30. В обоих случаях хозяева открывали счет на 6-й минуте. Потом делали 2-0. После чего арчане сокращали отрыв, а Егор Дорофеев сравнивал счет. Затем следовали безголевой овертайм и буллитная серия, в которой после 5 бросков было равенство, а следом гости допускали первый промах в ответ на точный выстрел хозяев. Вот такие совпадения. В высшей лиге Южный Урал сыграл больше всех овертаймов – 11. По буллитам статистика равная – 3 победы, 3 поражения. Вот как это было сейчас. Южный Урал в таблице располагается в зоне плей-офф на 14 месте. В гостях играть еще два матча – за Уральем и Рубином. В эти выходные волейболисты оренбургского «Нефтяника» проведут домашние матчи очередного тура чемпионата высшей лиги. Принимаем Грозный, находящийся на предпоследней строчке таблицы. И это хорошая возможность поднабрать очков. Тем более в предыдущем туре, в сложном выезде в Стерлитамак, оренбуржцы сумели добыть долгожданную трудовую победу. Матчи в субботу и воскресенье в Олимпийском. Начало в 5 часов вечера. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости спорта.